Музей Казанской епархии все увереннее становится одним из культурных центров Татарстана. Накануне там начал реализовываться новый интересный проект, который, как предполагают его основатели, продлится на протяжении года. Первую встречу из цикла лекции «Русские смыслы. Большой цивилизационный стиль» открыл известный отечественный историк и философ, писатель и публицист Сергей Вячеславович Перевезенцев. Для того, чтобы добиться помощи Запада, нужно пойти на их условия, а именно согласиться на объединение с католической церковью на их условиях. А главное условие католической церкви было простое – принять их догматику. Профессор Сергей Перевезенцев представил общественности лекцию на тему «Цивилизационное будущее России». Но будущее невозможно без опоры на опыт прошлого. Поэтому пристальное внимание было уделено ключевым событиям мировой истории, нашедшим отражение в судьбе России, в ее поиске своего пути и достойного места в мире. Таким событием стало соглашение между православной Византией и католическим Западом, известное в исторической науке как Флорентийская уния. На Руси это событие было встречено как конец Второго Рима, Константинополя, и поставило перед русским государством сущностный вопрос: а кто теперь станет защитником православия в мире? Примечательно, что совсем скоро после подписания унии столица Византии, Царьград, пал под натиском турков-османов. Создание религиозного человека, связь прямая. Веру нельзя предавать никогда и ни за что. Если предашь веру, это все, это конец. Это смерть всего народа. Мероприятие посетил митрополит Казанский Татарстанский Кирилл. В числе участников были священнослужители епархии, студенты Казанской духовной семинарии, прихожане храмов, представители научной и культурной общественности. Старт новому проекту «Русские смыслы. Большой цивилизационный стиль» дан. Название курса указывает на то, что Россия – государственная цивилизация. От разного рода исторических тупиков Россию всегда спасала цивилизационная идея, сопряженная с пониманием своего предназначения и решением практических задач. Об этом сказал автор проекта. Научно-образовательный проект «Русские смыслы. Большой цивилизационный стиль» был задуман нашим митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом как именно пример просвещения, и он рассчитан не только на академическую общественность, но и на молодежь, и мы считаем, что он будет интересен не только православной общественности, но и всем, например, НКО, и он направлен на, прежде всего, просвещение граждан на понимание того, чем жили предыдущие поколения, и что мы можем, в принципе, сейчас для себя осознать, и что мы можем передать детям. Мы можем говорить о том, что вообще созидание России, российского государства, шло на основе, пожалуй, трех основных ценностей – любви, свободы и ответственности. И вот все, что мы сегодня называем гражданским служением, это фактически личностное служение, и здесь, конечно, вот выявить для современности эти русские смыслы, то есть понять, что воодушевляло, что вело на бой, на труд и вообще на созидание жизни наших предков, что, в принципе, и сегодня определяет нашу жизнь и может определить наше будущее. Вот это, пожалуй, самое главное. Лекции в рамках цикла «Русские смыслы и большой цивилизационный стиль» будут проходить в Казани регулярно. Готовность принять участие в просветительском проекте подтвердили преподаватели ведущих отечественных вузов.